Привет тебе. Сегодня бы хотелось поговорить о обряде отрезания черного языка, который построен на магии острых предметов. Действие черного языка происходит по подобию свечи. Когда человек зажигает свечу, она изначально имеет белый фитиль. После того, как свеча прогорит свое время по пожеланию человека, фитиль ее становится черной. На завтрашний день у человека есть выбор: либо начинать пламя свечи с черного языка, либо отрезать черный язык и продолжить свой листивый, легкий, белый путь. Свеча дает телу такие сверхъестественные способности. В парикмахерской происходит примерно то же самое. В маникюрных кабинетах происходит примерно то же самое. В других лилах происходит примерно все то же самое, но при лампочном свете. Лампочный свет не способен быть черным фитилем. Только тогда, когда перегорит лампочный срок жизнедеятельности света. Все проблемы идут именно с лил жизнедеятельности, с индустриальных лил игр человечества с жизнедеятельностью, которая происходит работами над собой. В парикмахерской лично я с помощью острых ножниц при свете отрезаю любые языки, любые волосы. Этот обряд называется отрезание частей тела при свете белого фитиля, белой заклички. В сегодняшнем слове еще раз хотелось бы подчеркнуть бедствие, кто виноват в вечных закличках на жизнедеятельность, кто виноват в вечной инкубационной несправедливости. Это и члены семьи, это братья, сестры и их сторонние лица и их дети. Также виноваты их телефонные переговоры, бесконечное гарканье в сторону черного пространства, сотового, мобильного, на чем строится вся их жизнедеятельность. На отсутствии видимости: ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Согласно представлениям, магическая сила находится в иносказательном слове. Это вредоносное заклятие, которое находится на всякого, и находится на всяком кончике языка. Это недоброжелатели, как ты, тот, кто подражает, заклинает, маячит своей стереотипичностью и своей невменяемостью, своим незнанием. Первый человек – это злой дух. Первый клиент – злой дух. Первый встречный человек – злой дух. Первый человек, на которого посмотрел только что рожденный ребенок – это тоже злой дух. Инкубатор начинает от шока малыша инкубировать ему психоз. Это мутация внешности, происходит уничтожение стереотипичности, происходит троекратный плевок в дух, происходит строение, происходит мутация магии одинаковости. И члены семьи, и братья, и сестры, и сторонние лица, и их дети все время находятся на разном строении своей внешности. Заговоры, наговоры, приговоры, заклятия, просто слова и просто шептания имеют свое происхождение и сюжет развития именно с уст иносказательного слова. Все факторы восприимчивости, факторы инокультурные, культурные, зависят от иносказательного слова, а также от промыслового характера жизнедеятельности. Либо жизнедеятельность идет напролом, она не дружит ни с кем, она ни с кем не здоровается. Такая жизнедеятельность будет много говорить, много осязать, будет много терпеть неудач в плане пропитания, будет много сидеть и гаркать над своим телом, молиться богам, молиться своему русому гену цвета покрова кожи, гаркать на сторонние
цвета, еще больше приходится внимать тумаки от неславянских народов местнического происхождения округа Жито, мира осязания. Главные герои народы – это герои калмыцкие, бурякские, телегинские, другие плохие герои, которые изрекают животные звуки, которые портят членораздельную речь своими рефрентами, повторами, имитациями всего того, что они могли видеть из тела, из телесериалов, из радиомашин, из того всего, что защищает сам Господь, который, естественно, не может находиться в данном спектре всех событий, кроме как пхутом, пхутом, который заклинает Адамово яблоко, заклинает Мартыновский сквер со своей яблоней. Современный мир совсем не киношный, не фольклорный. Он находится под воображением пхута, под фантазией пхутов. Это люди, башкиры, телегинцы, которые в русском уме, в нормальном уме составляют всю часть англосаксонских древненемецких открытий и поверий. Это образование, это приговоры, присказки, приметы, толкование снов и событий, гадание по костям, ношение костей на себе, интерес к звездам, камням, к болезням души, духа, к промыслу, к стереотипичности, почему все люди так похожи, те, кто стригутся, почему все они одинаково думают, почему после всех их вещи быстро ломаются, все те болезни ума, все те подобия, которые заботят лично мой рисовательный жанр. Буряты и другие недоброжелатели, а это тувины, удмурты, эвины, юкагиры, карелы, випсяны, латыши, марийцы, мордовы и другие косорылые, на мой взгляд, внешности, которые просто выпали из жизнедеятельности из-за угла после гарканье в телефонно-мобильную сотовую связь, имеют стадию заклинателя, имеют стадию бхута на животный мир до раздражения ригведы. Первый человек по поверьям плохой человек, его кончик языка плохой, он оккупирован. Он является вредным словом, которое меняет самосознание, меняет всю эвристику жизнедеятельности. Как это работает? Это работает в плане идиомортного акта, доведенного до автоматизма. Показать ребенку своего папа, своего мама, а это именно член семьи, сестра, брат и сторонние лица, и их дети, они же первые. Мобильное, телесотовое пространство, телевидение, реалити-шоу, бабушки, дедушки, все они находятся на стадии протезов, инкубированных секс-шопами, предателями, либо почитателями белого фитиля. Если у меня сейчас опухнет, либо онемеет какая-то часть тела, то она будет иметь именно тот эффект белого фитиля – это облегчение, это льстивость, это зловредная инкубация, а учредители этого онемения – это исполнительская династия, чужая клиентская база с чужого носа коллеги, парикмахера. Итак, закличка тела чужой клиентской базы до поведения бесовского еще большей слова манера, слова ригведа. Руны – это эпические песни, в них нашептываются
и проговариваются мартыновским адамовым яблоком, прокашливаются пхутами, напевы, эвристики, мифы, легенды, притчи, присказки, стихотворения, повести, книги о сотворении сегодняшнего каждого календарного дня я-концепции. Заклички мартыновского адамового яблока до манеры Ригведа произносятся шепотом, напряженным прокашленным голосом, по интонации и речитативу он напоминает пхуты из школы, либо любого другого пхута, который по своему возрасту начал заклинать до манеры Ригведы тело, которое находится в стороне. Хрипота – все это следствие нахождения пхута подсадного садко в теле сотовой мобильной черной области вещания ажа, лидера водителя – это мама папы, подстрекатель до манеры Ригведы. Заговорные руны. Это руны, которые накладывают бред на предметы, воду, еду, на другие украшения, которые часто висят на дереве. Такие проклинания устанавливаются в устной осознанной жанровой системе. Они набиваются смехом, они набиваются злорадствием на бытовом локальном трибл уровне традиции. Весь спектр варной йоги, йоги и других индийских терминов и определений краеведческих филологических реалий находится под угрозой вербальной магии случников, собак, которые находятся на счету пхута. Смысл жизнедеятельности – это произнесение на отчество, на имя, заклинание, либо закличку стёб индивидуального репертуара. На стоп корни, на стоп эвристику, на пасечника, на посевы жизнедеятельности, на планы, которые произрастают лишь от злорадствия. Злорадствие идет именно от успеха пропитания, либо от неудачи пропитания – злорадствие становится еще больше. На сегодняшний день за 7 месяцев мне не довелось заработать больше 22 тысяч. Во всем этом виновата исполнительская династия и членов семьи, и членов семьи сестер, и членов семьи братьев, и членов семьи посторонних лиц. Эти люди, ячейки общества, это адресаты, то есть люди, которые родились работать именно в плане диссоциатива на мое тело, вошли в этот мир из черного пространства, чтобы разрушить руну. Это их главная сильнейшая функциональная нагруженность – увидеть во мне мартышку с мартыновского адреса, с мартыновского сквера, увидеть во мне пхуту, увидеть во мне детскую внешность, перебить себя, то есть меня, своей валерьяной, чтобы довести себя в компании до состояния астери, до состояния блаженства Ригведы над чужой жизнью. Валерьяна действует лично на мое тело с чужих уст, как скабрезная манера поведения, спекуляция буквами С, З и другими звонкими буквами из алфавита. Что это значит? Что бытование в локальных традициях – это рушение веревки с промыслом индивидуальных репертуаров от исполнительской династии. Примеров много. Это все друзья моей старшей сестры. Это и учителя, это и покупатели, это и клиенты, это всевозможные слова, всевозможные люди, которые давят лыбу-улыбу с своего заклинательного протеза, блика, пота, со своего вспотевшего носа. Итак, заклинательство на заколдованное адамово яблоко. Произносится хором с точкой опоры на подмены понятий. Итак, прагматистика жизнедеятельности – это желание акапитализироваться и опозорить мою
жизнедеятельность, которая связана только с волосами. Смеяться и злорадствовать на жизнедеятельность, я думаю, не имеет никакого смысла, потому что по всем видео Full HD кадрам видно, что моя жизнедеятельность на много этажей просто выше и выгоднее смотрится, и в будущем я выгляжу как барин-холостяк, как князь, как человек, который переплюнул всех кликуш своей внешностью. А что остается лысым, редуктивным правителем исполнительской династии Пхуты? Только гаркать в телефон и обеднять, не дать заработать на пропитание. Если человек много говорит о своих планах, значит, его можно оскорбить и сделать злорадствие еще больше, насытить их красками. Итак, если человек много говорит, значит, он хочет кого-то защитить. Либо дуализмом, напротив, он хочет кого-то оскорбить, поугарать на всех. Их я щурюсь внимательно и потяжелее щурюсь. Погромче кричу своей Адамово-Яблочной Мартыновской улицей. Стереотипы, монотипы, астери, стриженные под одного фаллического структурированного президента, это люди, мартышки, которые завидуют моей внешности, завидуют моей детскости, завидуют буквально всему, что находится в моем опосредственном краеведческом промысле. Все, до чего бы я ни дотронулся, все будет облагорожено. Но это не респект от моего индивидуального варна-йога-репертуара астери. Это люди, которые сошли с телеэкранов, получили по знаменитым кепкам с белыми сюжетными мифическими буквами на своего пердуна. Своими пердунами они наносят сглаз, закличку на мое личное тело. Их именуют как пхутология и чертология. Итак, увядающее мироздание каждого вчерашнего календарного дня строится хором, заклички произносятся всеми голосами, а это голоса мама, папа, и посторонними лицами, и их детьми, пхутами, коллегами по промыслу, из их носа клиентской базы, исполнительской династии. Вот в чем смысл моей беды. Они не дают заработать на пропитание, на спокойную жизнедеятельность. Итак, заклинательная исполнительская династия – это знания, которые произрастают своими корнями от некой причины и следствия. Причина и следствие – это мое недоброжелательное отношение к нерусскому человеку, к всякому черному волосу, будь то коллега, будь то клиент, будь то чеченец, будь то чеченец, будь то дагестанец, будь то другой человек, удмурт, тувинец, бурят, латыш. К этим людям я инкубирую каждый день специально доведенное до автоматизма сглаз своей биомассой, своей подобием себя друг друга, своей одинаковостью. Да, действительно, я ненавижу каждого первого и до седьмого колена их человека. Их династия – это пхуты, это не князи, это зловредные, немилостивые люди, хищные субстанции, хищные птицы, медвежатники. Их члены семьи, братья и сторонние лица, их либидо – это все фекалийное, все отвратительное, все низменное. Именно они нашли управу. Всему вина – это руны. Всему вина власть над опасным, вредоносным с моим сознанием, с моими предметами, с моей субстанцией, с моей идеологией. Мои предметы, руны, железо, мои субстанции, огонь, моя субстанция, зимняя стужа, гуны природы, осязательные тождественные звуки, звуковое родство огня и зимней стужи находятся под властью пхуты. По своему злополучию я лично не могу показать все свои инструменты из парикмахерского зала именно на YouTube, так как многие пхуты
почему-то хотят увидеть их и сломать по традиции, за кличек заговоров. Итак, издревле, с начала начал, заговоры вплетаются в индивидуальные репертуары. Это и чаепитие, это термосопитие, термосознание. Это знания рунические, где естествуют цели на личное обогащение, на личный промысел, на личное пропитание. Итак, в чем я горжусь собой? Это материальное корыстное обогащение единожды себя. Это не создание семьи, не рождение своего дитя именно вот этим алтайско-телегинским, пока еще мирным террористом. Вороны начинают гаркать на голубей, начинают драться перьями, гаркать во все инстанции, находить управу, общаться косвенной речью, которая сообщает о том, что детеныш на песке вышел из дома в утренний мир и не собирается обедать по добру. То есть не собирается строить из себя героя из реалити-шоу в магии одинаковости. Не собирается ни выпить, ни бухнуть с пока еще не террористами, ролевыми героями Алтаи, Телегин, People, которые прибегают к произносению, пению заговоров, заклинаний с тем или иным долговым результатом. Итак, совершаю очередной взброс своей жизнедеятельности, свою кликушу на чужую жизнедеятельность, на пхуты из свадебных рун, которые создали и членов семью, и сестер, и братьев, и посторонних лиц, и злорадствие на бедность. Когда человек бедный, нищий, когда худой, когда усы его напоминают усы Лунзы на Конфуция, злорадствие – это большой аттракцион, цветной, вкусный, беспощадный. Конечно, в такой атмосфере невозможно заработать. Бесплатный образ жизнедеятельности, жанр, в котором многие живут. Это и хиппи, и битники, панки, гранж, субкультура и другие. Скейтеры, венсеры, квиксиллерцы, в котором подразумевается волшебное пребывание в пространстве серотонина. Серотонина, который не обогащен пищей, серотонин, который беден, как Лунзин Конфуций. Серотонин – это серое вещество мозга, на которое легко наложить злорадствие. Злорадствие – это то пространство, где третьи лица своим заговорным акхетам, охотам приписывают колдовские умения себя. Они – это люди, которые фотографируются и свои рожи отжимают рубли. Злорадствие – это свой пердун, который заклинает своей дуальностью, двойственностью инкубационный фрагмент серотонина. То есть либо идет на потакание, бухнуть, выпить, неплохо провести время в трезвую, в злорадствие, либо наоборот создать конфликт, создать атмосферу зубного сверления. То есть участники тридушия – это те участники, которые находятся именно на стадии либо заработка, либо наоборот нищего пропитания, Конфуций, Лунзин, где естествует голод, там естествует сплошное бесовское злорадствие. Это и тролли, и эльфы, и трансеры, и гоа-трансеры, и другие люди, которые приняли жить себя такими, какие они есть на самом деле. Лунзин, Конфуций. Изначально заклички возникли в культуре, когда, подобно животным, люди начали брать, перенимать привычки физической культуры, а также привычки культуры духа. В соответствии с этими факторами, исполнительская династия, чужая клиентская база с чужого русского носа, пользуется рекламой как манипуляцией, чтобы манипулировать, то есть заставляет принимать некоего детеныша на песке, видного человека, совершать культурный выбор, либо за, выпить, бухнуть по-трезвому, позлорадствовать, либо нет. При помощи рекламы исполнительская династия
приручает некий молодняк к чужой матке, к чужим мыслям, к чужой внешности, а последствия диктуются инкубационной действительностью животного начала инстинкта. Я хочу, я не хочу. Вкусно, невкусно. Красиво, некрасиво. Знаю, не знаю. Приятно, неприятно. Буду, не буду. Я вижу в тебе вора, телегина, алтайца, мордвинца, другую черную обезьяну, противную, безрун. Либо я вижу позера, который метается из стороны в сторону, едет на отрезание кончика белого языка, на льстивость жизнедеятельности. Заговоры, заклички индивидуальных репертуаров накладываются исполнительской династией на бытовые локальные традиции. Итак, последнее, что хотелось бы сказать, как выглядят и члены семьи, и братья, и сестры, и сторонние лица. Это люди, которые спрятаны в коробке с фотографиями. Те люди, которые восприняли мой индивидуальный характер за молодняк, которым легко манипулировать в своем собственном индивидуальном репертуаре. Еще раз хочется сказать, что нет, ничего я не понял и ничего понимать не буду. Пока тебе.